Госдолг Дагестана составляет почти 9 миллиардов рублей. Такие данные приводит Министерство финансов России. Вся сумма долга республики сформирована из межбюджетных субсидий, то есть представляет собой бюджетные кредиты. Напомним, в последние годы долг региона постепенно сокращается. Так, в марте он уменьшился на 100 миллионов рублей. При этом следует отметить, что величина государственного долга не превышает требований, установленных бюджетным законодательством, и в сравнении с другими субъектами не столь велика.